На финишной прямой глава округа Андрей Булгаков вместе с депутатом Госдумы Александром Толмачевым проверили ход работ на стадионе около гимназии номер 6. Обустройство планируется завершить до конца месяца. На спортивном объекте будут проходить занятия для школьников. Также территория будет открыта для всех желающих во внеучебное время по программе губернатора «Открытый стадион». В данный момент уже полностью готова площадка. Подготовлено покрытие под тренажеры для участников активного долголетия на стадии завершения работы на футбольном поле. Площадка универсальная. Здесь же будут проходить занятия по баскетболу и волейболу. Идет укладка покрытия для беговой дорожки. Следующим этапом станет установка фонарей уличного освещения. Все меры безопасности учтены. Дополнительно установили камеры на тропинке от Театрального сквера по программе «Безопасный регион».